корейцев достаточно много на стадионе. Ну и тут бречка еще из-под маски сверкает глазами. Он чисто Бэтмен. Просто обратите внимание, уже два раза. Ну это просто, знаешь, какая-то психическая атака, да? Он и ведет подача. Себя так. Момент, Пятов! И быстрый гол все-таки случился в этой встрече. Засчитывает арбитр, засчитывает. Причем то, о чем мы говорили, словенцы продавили и запихнули этот мяч. Действительно, пользуясь навесом, пользуясь... Давайте еще раз смотрим. Не мытьем, так катанием, да? Но вот здесь на фланге надо было раньше встречать и не давать так свободно и прицельно навешивать. Здесь проиграна борьба. Пятов делает все, что только может, и вроде бы справляется с первым ударом. Вот момент, тащит тяжелый мяч. А дальше, похоже, все по правилам. Игры рукой не было. Положение вне игры, честно говоря, тоже на этих повторах я не замечаю. Судя по всему, гол чистый. Несколько растерялись здесь. То, о чем мы говорили, удается наладить контроль. И удается даже проникнуть в штрафную. Коноплянка. Серия обманных движений. Он ищет возможность для удара. Бьет хлестко, но попадает в защитника. Ермоленко сразу же смещается в центр. Передача аккуратная. Ханданович. Мне показалось, с этой позиции он мог бы и нанести удар по воротам. Тем более, все для него было как бы удобно. Контратака сборной Словении. Но здесь удалось нейтрализовать этот кодовый выпад. Чекир показывает. Игра со стороны Кампля. И надо наказывать соперника. Мяч уже штрафной. Селезнев бьет по воротам или простреливает. И выручает свою команду Самир Ханданович. Вообще-то надо бережнее относиться к таким эпизодам, к таким моментам. И как... Ханданович и в последних матчах выглядит очень-очень здорово. А Интер в числе лидеров в серии А. Посмотрите еще раз. Несмотря на очень серьезный рост, складывается. Ханданович парирует этот удар и парирует так, что первыми возле мяча в сборной Украины, как им действовать. Но я думаю, что навесные передачи, да, возможно, но это будет тяжело. Степаненко до Федецкого, тот вновь подает, вновь грузит. Подбор остается за Коноплянка. Что дальше? И дальше бьет. Футболист, выступающий с недавних пор в чемпионате Испании, защищающий цвета Севильи, со Реала. И сразу же поползли разговоры и слухи, что уже якобы Реал на него глаз положил. Вот не успел еще и в Севильи поиграть, да, уже разговоры про Реал пошли. Один из лидеров сборной Украины. Но как... У него капитанская победа. Ворот. Вот, да, это подача. И опять пошли вперед словенцы. И, кстати, до мяча сумели добраться. Да, возникает вновь острота после очередного навеса. Печник выпрыгнул и нашел возможность для того, чтобы пробить с близкого расстояния с отклонением. И посмотри, один выпрыгивает, второй выпрыгивает. И почему-то в плане вот сдерживания. Украина сразу же следует подбор. Безяк. Да, вот нельзя мяч оставлять бесхозным после того, как защитники его выносят. И штрафной подбор должен оставаться. Три подряд навеса. Три подряд. Подбор, опять навес. Подбор, и я думаю, что сейчас будет четвертый, по всей видимости, да? Нет, удар на этот раз. Удар, я бы не сказал, что уж прям какой-то чрезвычайно опасный, но такое впечатление сложилось, что Андрей Пятов просто к этому удару не до конца был готов. Он гол играет. В последний момент, видимо, сориентировался Пятов. Да, бил Печник, ну и здесь нельзя сказать, что вратарь технично принимал этот мяч. Если бы это была волейбольная площадка, то мы бы, наверное, даже поаплодировали бы Пятову. Ошибки не повторили и сумели организовать контрвыпад. Удар по воротам. Ханданович все-таки дотягивается до мяча. Вновь демонстрирует то, что он нацелен на ворота, и то, что он любит и умеет вот так уходить слева в центр. Мы еще раз смотрим. Отмечаем, конечно же, индивидуальные действия десятки сборной Украины. Но вратарь мяч в сетку собственных ворот не пускает. Опять реакция, опять координация Европы. Ставки, еще раз повторяю, очень высоки. Попытка прорваться через центр. Селезнев успел подняться. Детский эту атаку поддерживает. И здесь Гармуш по мячу не попадает. Вторая попытка. Он подает. Требуют назначить 11-метровый удар украинцы. Игры рукой не было. Показывает арбитр. Пытаются в контр... Редкости, поскольку подборы оставались за словенцами. Ну, посмотри, вот, посмотри, кто в штрафной сейчас был. Федецкий. И заканчивается дело ударом по воротам. Ногой этот мяч парирует Ханданович. И вот действительно, ну, надо еще хотя бы минут там 5-7 посмотреть. Но вот сейчас полное впечатление, что быстрее передвигаются по полю футболисты сборной Украины. И они свежее. Они начинают поддавливать соперника. И не хватает Кхина. И бьет по воротам. И вновь Ханданович. Но у него сегодня работы больше. Больше. Уже сколько сейвов? Ну, я думаю, 4-5 даже.
Еще раз смотрим. И посмотрите, здесь явно не дорабатывают полузащитники. Защитники, наоборот, пятятся назад к своей штрафной. Все это говорит об усталости. И все это говорит о том, что здесь не дорабатывают игроки. Воспряли духом и болельщики сборной Украины, которые присутствуют на этом матче. Федецкий. Одна попытка ударить. Другая. Ну, здесь буквально, да, стеной встали на защиту своих ворот защитники и принимали эти удары Федецкого. Еще одна подача, что творят украинцы, но надо забивать при таком преимуществе, которое сейчас имеет команда Фоменко. Надо постараться, конечно же, забить гол, чтобы, ну, или потом хотя бы локти не попасть в створ хотя бы сейчас. Но правда тяжеловато, конечно, для исполнения. Ракитский внешней стороной стопы пробил выше цели. Провисает в игровом плане сборная Словении. Максимально упрощен. Вот момент, удар поворотом, спасает свою команду Пятов. Да, стиль упрощен, но капитан Цесарь сейчас шел на дубль. Цезарь шел на дубль. Я хотел сказать, что когда стиль максимально упрощен, Иличич все-таки в некоторой степени народное тело, потому что он немножко другой футбол исповедует. А так...